Сейчас запись установил. Всем друзья, с вами я Гамби, и со мной сегодня Влад, поздоровайся. Всем привет. Сегодня будем играть в игру Майнкрафт. Ну, страшными модами. Нифига тут красиво стало. Только как ты был? Вот так, вот что еще сделал. Вот тут еще не смотрел, иди сюда в нашу комнату. Что у нас тут есть? Иди сюда. Сейчас, погоди. Ой, ё-моё, ну, ё-моё. Алло. Алло. Алло, да. А, кстати, мы же должны по игре разговаривать. Ага. Так что так. Я, кстати, принёс лапшу с мясом и с чаем. Приятного аппетита. Спасибо. А тут. А где? Что? Не, ничего. Как-то неудобно немножко стало, но хотя не, как-то нормально все. А? Что? Что еще скажешь? Что я хочу? Смотри, что я сделала. Это можно ящики открыть. Вот они. Прикольно, да? Офигенно. Офигенно, вот на мебель, да? Влад, как ты это со освещением делаешь? А ты на Е нажимай, и видишь, что справа там всякие приколюхи. Ну да, знаю. Вот, на 13-й уже мебели начинается. Даже ты нажимаешь на одну мебель, и у тебя показываются крафты. Ну это я знаю. А если ты не знаешь, что делать, нажимаешь еще раз и видишь. А мне еще нужен. Кто тебе разрешал трогать мою черную фигню? Какую черную фигню? А, забей на у меня. Для чего эта черная фигня короче вообще нужна? Опа! Не фуфоси. Где моё дерево? Ты офигел? Она тут. Я тебе разрешал? Только его мало. Тихо, что у меня есть? Well prepared. Вау, иди сюда. Смотри, что сделал. О, это что? А ты его сюда поставь. Что не ставится вообще? А что это? Мясо.
Понял, что это? А, всё. Так. Мне надо палки. Ой. Нужен дерево. Нам надо спаки-спаки. Мне надо полблоки ещё очень сильно. Дай дерево три. О, смотри. Иди сюда. У нас тут... Сейчас. Ладно, я покажусь. Ты что сделал? Всё, куда ты мне хотел посмотреть? Смотри, иди сюда. Что я сделал? А, да? Да. О. Я впервые сделал. Где-то я первый... Ой! Ай. О! Чё, офигел? Я сказал. Влад, я сделал, где можно еще посидеть. Влад, ты гений? Алло? Ты гений? Ты на печке спишь? А что еще здесь делать? Да моё! Вот на печку тоже можешь положить. Тут можем кайфовать. У меня есть идея. Какая? Пошли спать, а потом я тебе расскажу. Так сейчас день. А чё эти уколи? Уколи? Ага, пукали. Ладно, я пошел дерево добывать. Окей, удачи. Ой, я что я делаю? Я думаю, что. О, спасибо за яблоко. Дерево отпадется. Не стой мне, понял? Ты житель, блин.
будем убивать. Ну что? А? За что? Что за что? За что меня убивать? Ты как услышал, черт? Легко. Он гений? Ты офигел? Да, подожди ты. Да я хочу кухню сделать. Где весь мой уголь? Я его положила сюда. Да я его положил все. Теперь я сейчас буду делать мебелек. Ты ничего не делал. Дай, пожалуйста, дерево. Дай, пожалуйста, 8 дерева. Ну, не дерево, а доски. Спасибо. О, тебя красиво. Коцис, поняли? Тихо. Ладно, Ваня, не будь с нами, ладно. Жалко. Влад, ты что, вообще строить не... Что? Ты вообще крышу строить не умеешь? Сейчас построю. Я уже строю все. Стоп, а что это тогда? Ты гей? Кто? А зачем нам кухня, если у нас есть вот это? Тоже типа кухни, или... А, это столовая, да? Угу. Гений. Всё, я нам улучшил. Ура! Ура! Можно нормально слазить со стула. Ты петух? Ты делаешь? А ты что делаешь? Еще шире хочешь? Ты зачем сломал? Не надо. Да не надо еще. Вот так. Тут будем готовить еду. А зачем нам тут спать? Ой, я устал готовить, я ложусь спать на своем месте. Ты гений? Да. Большие траблс. Кто там? Там большой дядя. Каменное освещение. Ну да. А тебе что, не нравится, что ли? А, муха, огурец, колбаса.
что ноутбук. У тебя это. Это. Говори уже, задолбал. Дай вось. Дай мне 4 этого. Доски. 4 доски. А, зачем тебе доска? Акцевой. Стол по нокраш. Кто? Стол. Блин, а я думал, ты мой кра. Слышь! А где у тебя шерсть? Я ее не брал. Ты уверен в своих словах? Угу. Ты уверен в своих словах? 100%, да. На 7 000 000% уверен, да, Влад. Ты чё, тупой? Убил? Он такой маленький. Это дым, я трубу поставил. Нет, там на нем кое-кто стоит, такой большой. Кто? Большой дядя стоял там. Сиреноголовый. Да он куда-то исчез. Ну все, падлы, я вас не боюсь. Влад, у тебя тоже уже немножко, когда у тебя уже почти вечер, у тебя немного страшнее становится. А, Влад? Да, да, да. Ты мой краш. Ты мой... Я люблю тебя. Я тебя тоже, Влад. А! Сколько тут этих дебилов? Каких? Страшных. Каких? Страшных. Неприятных. Уродливых. Черных? Осуждаю, да. Ура! Побегай-га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 . Из-за этого мода я готов дерево копать 24 на 7. Ух, какой кайф. Ворона сама такая, не обзывайся, дура. Спорвомщик где-то тут будет. А где запорон? А, вот он. Давай ломайся, так. Слышь, может, не надо, дядя? Дядя, я не смотрел на тебя. Дядя, не надо ко мне идти, ладно? Дядя, я не иду уже к тебе, не надо, пожалуйста. Кто там у тебя? Хазай, какой ты чел? Так, один стак. 36. Жрать хотеть. Это что? Большая, что? Большая Алекс? Здравствуйте. А? Тут большая Алекс. Здравствуйте, вы. Нихера. А зачем вы такая большая, тетя? Вау. О. А? О, не. Кака. Кто там как? Кака стоит. Я сразу же захотел. Там зуба. Фу, я пёрнул. Там зубастая кака. Я пёрнул. Я сказал кака. Не говори так больше, пожалуйста, я сразу захочу. Там man in the fog стоял. Спасибо. Завоняло ещё больше. О. Чё? Чё? О-о-о! Да, блядь, меня срать хотеть. Кажется, я понял.
ТП и ас. Хорошо. Ей? Ты бы еще представлял, что это было. Не, надо, сейчас. Деревом. Я пошел срать, Влад, я срать. Так, все, продолжаем запись. Так, еще к нам пришел Ваня, поздоровайся. Всем привет. Так, пока там Ваня качает, и Влад... Ваня, я... Ты согласен, что Ваня у нас будет самый лучший участник? В смысле? Ну, Ваня будет у нас самый лучший участник. В смысле? Новенький. Новенький зайдет сразу, вот просто ты сразу не зайдешь, и тебе сразу лута для себя дадут. Мы. Ага. Уф! На, сразу все дерево выпало, кайф. Ваня, а тебе эти потом запретки, что ли, накидали? Конечно, долбоёбы. Ну вот. Вначале вообще-то осуждают, а потом им по... Ой, пусть банят его. Ну, Ваня, так что не надо со всякими там челиками. С неизвестной компанией связываться. С нами надо. Да. Да не знаю, подожди-ка, как... Блять, я нихуя не понимаю, ща демку покажу, я буду мучаться и мучаться, короче. Если я объясню, то за пару секунд сделаешь, окей. Так, сейчас. Ну, давай, давай. Ой-ой-ой, надо не, не надо палить так. Так, я случайно лофнул запись. Емаза, меня за всю ночь никто не тронул. А, Ваня, надоел! Прием. Влад, прием. Авиакухня подлинше. Влад, прием, слышно? Да, да, да. Ай. Где Ваня, 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 Ольга? Ладно, пачек. Скоро придет. Окей. Пока играем. Ему, наверное, еще надо скачивать админ VPN. У него есть. Слышно? Фу, он устроил, смотрит. Он, походу, это в шоу смотрит. Осуждаю. Меня Мэг зовут. А. Влад. 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 Кто? Меня Мэг зовут. Мамага зовут. Мамага? Нет, не мы мага, а мага. Омода! Омода! Вау. Омода, говорит. Ой, я забыл. Кто? Какая мода? Я забыл консольную команду. ТП. Ты хел. Консоли вонючие, да? Правильно сказал? ТП и аст. ТП и АЦ Германию. Ты тупоголовенький, а? Влад, я в пещере, мне стрёмно. Ну, телепортируйся. Нет, я хочу найти что-нибудь нормальное. Я видел золото, но я не хочу.
туда лезть. Что мне страшно. Что-то никого нету в пещере. Осуждаю! Ваня, Ванька, Ванёчек, Ваня. Чё у меня солнце в глаза светит? Ай. Нога моя, нога! Ай! Скибиди дам 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 есть, скибиди дам дам. Вот, короче, я в пещере, короче. Пожалуй, я отсюда пойду. Да что нам дают такие страшные звуки? За что? Что мы вам сделали? Ваня гений. Ваня. Почему Ваня не отвечает? Ладно, пофиг. Ты сейчас где вот? Дома. Ок. А чё? Нет, ничего. Я могу. Рифля. Ваня, у тебя скачалось? Ваня, у тебя скачалось без приколов? Хватит! Хватит! Ваня! Ваня, пожалуйста! Я замутить? Да не надо, не мутить, но на чем выйдет. Ваня! Ты не хочешь с нами, скажи просто. Ваня, если не хочешь, скажи. Ваня, если не хочешь, то скажи. Ваня, если не хочешь, то скажи. Ваня хочет. Боже. Ваня, пожалуйста, хватит. Ваня, мы тебя по-человечески просим. Ваня, мы тебя просим, пожалуйста, хватит. Ваня. Ваня, у тебя катуха, ошумила. Ага. Ваня, пожалуйста. Я скачиваю все. Моды или игру? Я скачиваю моды. А версию Forge 1.19.2 скачал? Ой, один.
1.20.1? Нет, 1.19.2. Да, ведь, Влад? 1.19.2? Да, Влад? Да. Форш. А чё такая, а чё такая старая? 1.19.2 Форш. Оптифанию возьмём. Форш надо вонять. Форш не обязательно, не обязательно. Обязательно, обязательно для мода. Да ну, да ну! Да не, у тебя, наверное, что-то было, Герман. Да, у меня же была ошибка, помнишь? Андрей, вообще-то я... Андрей Герман, создавал... Герман, ты перезагрузил комп, у тебя все нормально. Просто там, сервак... Просто скачивал, получается, окей, вес давай, игры 1.19.2 и установил на сервак. Давай, потом я зашел на Forge Optifine, она заработала у меня. Да, Forge Optifine, ладно. Ну, если Forge Optifine, тогда ладно, если просто Optifine, то не. Я очки жиром. Я отойду, я очки жиром заморал. Я это точно. А что за the man from? Там the man from какой-то там. Это тоже надо скачивать? Да. Это тоже страшный мод. А ты. А просто. Третий это на мебель. А вы забыли? А ты типа забыл его положить в папку, что ли? Папку. Да, он не ложится. Они не ложатся почему-то. Так что это будет. Ну ладно. Хорошо, сейчас закину. Пизда from меня. Герон вообще это... не сервак. Что? Алло? Да. Европа-па. Папа. Европа-па. Ага. Опа-опа, блядь, Европа-па. Это Европа-па, я его слушаю. Па-па-па. Европа-па. Европа-па. Европа. Что ты на китайском заговорил, Аня? Герман, а ты как ты нормально настроишь сервакум? В смысле? Ты можешь типа наделать нормально сервак? А что я не так делал? Хуйня. А чё? Почему? Герман, можешь на него нормально настроить, а то... Что ты мне сделал? Ты только изменил чат, правила новые, и добавил каналы просто, и все, больше нихуя. А что тебе еще надо? У меня роль не полностью нормально. А что тебе нормально? А что у тебя с ролью? Я тебе выдал все на все нужное. Я пойду делать эту рыбалку. Стоит! Что у меня стоит? У меня не стоит. У тебя овнер стоит! Ты можешь сделать все! А, овнер, да. Не, ну ботами-то он не может пользоваться. Он типа может все, но он ботами не может пользоваться, потому что это твои боты. Ты их сделал. Так, кого еще Герман добавить? Каких ботов туда? Добавь Вик. Либо давай я демку тогда покажу. Всё, добавь всех моих ботов, которые на моем канале, и все. А я 24/7 не хочу добавлять. Ну, добавь, ну, тех, которые тебе нравятся.
Получается, ну Дина, я знаю то, что это обязательный бот. Папик. Угу. Папич. Кто? Я нихуя не понимаю, Петя. Selector prefix это чё? Подожди, chooser time zone. Золото. Пещера акал какая-то. Не пещера, а акал. Нет, у меня комп сдох. А? Что комп? У меня сейчас комп сдохнет, он ничего не умеет. Зачем? Так, он сдох, он не может... Только сейчас понял. Какой Африка, Америка, Азия? Африка. Африканские дети. Ой, что я сделал? Опять Европа, Европа, Европу ищем. Европа, папа? Ты заебал. Блять, Берлин, Братиславия. Берлин. Киев. Даже Берлин не сидит. Моско, Прага, Рум. А есть вообще тут Екатеринбург? Вы тоже так же говорите? Где? Екатеринбург, где он? Как он вообще нас... Сам такой, что ты мне говоришь? Сам ты сик. Пацан. Блять, это нормально? У меня микрофон нормальный. Какой сик, блять? Да мне тут с этим хурмадом. Нифига! Это нормально? Тут синий огонь. Чего, Влад? Тут могу сразу некоторые штуки я забрать, мы можем попасть уже в Эндермир. Тут штуки Эндермира. А как? Так их надо. Какой? Мне Екатеринбург надо поставить. ХЗ. Что, Влад? А так надо их 12. Екатеринбург. Что их надо? 12? Угу. Надо Екатеринбург. А чем их забирать? Кирк? Нет. Их алмазной киркой надо. Их не скопать. А, я за это уровень просто получаю кайф. Чё ты гавкаешь тут, а? Сядь. На, чёрт. Всё. Я их ломаю, они получают. Что? Да я не буду гулять. Задрали чертям. Екатеринбург не хочет находить у меня он. Он решил отключить Екатеринбург, этот Дина ваш. Алло? Екатеринбург! Алло, Екатеринбург не хочет находить. Екатеринбург не хочет у меня находить, идиотский. Зачем тебе Екатеринбург? У меня время по ИКБ идет.
Не повезло, не повезло. Вообще нету, что ли? Фу, боже. А время такое же, как у ВКБ есть? Типа, такое же? Не знаю, не знаю. Можно... У нас рыбалка есть. Ладно, напомню, то есть что Майнкрафт не русская рыбалка. А я говорю. Какая Азия! Мы теперь можем рыбачить туда. Что за фигня надо? Нас... Мы канал! А? Какой канал ему надо? Ага, какой хочешь. Герман, ты можешь нормально сказать? Ну какой тебе нужен, понимаешь? Я не знаю, какой тебе нужен. Осколок атеиста. Ай. Ты, получается, не хочешь другу помогать? Я не знаю, какой тебе канал. Покажи демку. Ну да, Влад, помоги ему. Какой канал? Покажи демку, я тебе помогу. Так, алё, демка показана давно. А, блин. А ещё... Это что за бой, покажи? Дина. Дина? Ну, Влад не шарит за него. Ну, вроде. А что он делает? А, ну-ка, а выйди отсюда. Выйди-ка отсюда. Ема, что задание пища? Ты можешь сделать... Ты можешь делать канал Дина. Ема, что это за... Дина, что это? Можешь... Железная использованная лопата? Книги какие-то? Нет, не нужны. Нифига! Влад! Робот один. А. Кто? Ну, достижение сейчас. Дина потайди. Я хотел бы ты мое достижение, Влад. Алмазы, да? Ну да, алмазы. Так, сюда вот можно писать только мне. Только я могу писать сюда всё. Да. Второй этаж. Какой-то спаун. Офигеть тут алмазов, ё-моё. Женщина, не плачьте. Я хуй знает, как... Мы с вами уже поиграем? Чё-чё? Потому... Ты сказал нет? Да. Потому... Влад, нам нужна... Тебе нужна книжная полка? Влад, тебе нужна книжная полка? Да. Окей. Стикеров нету. Кого нету? Стикеров. Скажи, да или нет? Кого? Да, Ваня. Я хуй знает, как с Диной работать. Нет, не получится мне... Он добавляю его этого... в чатик. Для Ютуба он для Ютуба.
Дина для Ютуба он. Ну да, вы что, не знали? А для Твича он полный. Я не хочу деньги платить. Я бедный. Нет, Ваня. Я бедный, блядь. Ты Ваня. Ой. Эмоджинин, ай, Вик. И шо он тоже делает? Так, я... А, ну, модератор. Бенни. Я добыл нам свечи. Герман, я могу тебе... Что? Что? Короче, тимбигеры сейчас скачают, я, ты будешь на компу управлять. Кого скачаешь? Тимбигер, я сейчас скачаю. Управляю, будешь управлять компом. Зачем? Если что, я буду наблюдать. Чтоб ты меня настроил, чтоб я не мучился. Ты потому что отвлекаешься. А мне надо тоже качать, я просто хз, я не знаю это приложение. Надо. Чё? Тебе тоже надо. А. О боже, кто стучит, мразь конченая, я сейчас по лицу постучи. Ваня, у меня другая порога была. Ты Тим Вивера не знаешь? Да. Ладно, только не рассказывай, то, что я его заскамил. Только не говори ему, то, что я его заскамил, окей? Типа, так я тебе поверю, что ты не знаешь. А? Так я и поверю, что ты не знаешь. Ты бы сказал, окей. Или сказал, зачем. Кого он там? В туалет, да, он в туалет убежал. Ну, вроде я тут все забрал уже. Если не ошибаюсь. Сам такой. Да, тут больше ничего нет. Это да, не наизусть проверил. Наизусть на фул. Где Ваня? Куда он пропал снова? You mine. Будь здоров. Будь здоров, Влад. Ботики, вы изички, подходите мне по одному, я самый крутой бич. Саусай тоже самый крутой, у меня пон. Или не пон, вы твали вонючие. А ты пон, Елена Галёвый. Сиреноголовая слива. О да, это сиреноголовый так жестко чувствует. Почувствуй. Отцо. Да, не чувствую. Почувствуй, отцо. Отцо больше не чувствует. That's vibe. Ой, не так спел. Я сказала, я больше не чувствую. Ты мне не вацап, мне пофиг. Больше я не чувствую. Да. Ты мне не вацап, мне пофиг.
тоже не чувствую. Да. Да, баба. Больше не чувствую. Да. Ты мне не чувствуешь. Мне похуй. Больше не чувствую. Чувствую. Задолбал вас. Срать? Срать от смеха. Представляю, ты ржешь и сидишь, срешь. Ах! Как-то вот так вот, да? Да. Задолбанный чувствует, почувствует, вот сок. Глаз все нормально у тебя там? Задолбанный чувствует, почувствует, сок! Успокойся! Успокойся! Я еще тупыхнусь прокачанный. Я еще весь прокачанный приеду. Я тебе еще палаха дам, понял? Росничок уже вырос. А ты нет. Ступень из говна. Ступень из говна. Вот ты тупая. Ступень из говна. Вот. Ступень. Завали рот. Вот пердит. Фифти-фифти. А можно мне еще алмаз? Когда кому нужны ступеньки? Твоему соседу на коленке. Братишка, покажи, где алмазы. Мне нужны алмазы очень срочно. Мне идти направо? Или... Направо, да. Братан, ты мне не показал, куда идти. Демон, смотри, я еще не показал, куда мне идти. Я его запомнил. Нижняя пещера. Если я упаду, я сду... О, да, я в водичку упал. Если будет стак этого, золота. Ура. А? Ура. Чё ура? Так золото. Ура. Я не поделюсь с тобой. Хе-хе, не надо, пустил. Поделюсь, я добрый. Кому на яйца наступили? Я. А хотя все, думаю, хватит. Копать это синий. Нет, пожалуй, я пойду туда. Больше не чувствует. Влад, ты мне не васок. Влада больше. Я второй этаж буду делать. Без моего спроса? Да ладно, ладно. Это все шутки. Кто там дверь открывает? Закрой дверь! Close the door. Close your mouth and open a floor. I don't... Алмазики! Я вижу алмазы. Где Ваня?
Я его где-то там слышал. Алмазы можно добыть? Опа. Ну вижу, там уже нормальное количество алмазов. Наконец-то нормально. Хоть что-то нормально дали. Алмазы! Ух, дай еще, можешь там еще насыпать, пожалуйста? А где? А где? А мы же еще? Я еще хочу. Ладно. Надеюсь, я найду еще алмазов. Я буду богатым. А знаешь, у меня уже 7 алмазов. Слышишь, это прогресс. Влад, это прогресс, понимаешь? It's a progress. It's a call of duty. Там я больше не вижу проходов, так что мне надо, видимо, туда обратно возвращаться. Больше, Влад, ничего. Эй, мне закрыли! Я просто не в ту пещеру пошел. Не надо. Что за бред? Помогите, мама. Ай, больно. Ай. Как же плохо, нет алмазов, что мне делать? Нет алмазов у меня. Значит, украду их у бобра. У бобра их тоже нету. Я ищу. Алмазов все нету. Что за бред? Где они? Блин. Помогите мне найти эти. Это то самое. Это самое страшное музыка. Нет, не хочу ее слушать. Все, замолчала. Страшная музыка. Что это там? Что это белые улитки? Ой. За синие. За светло-синие! Ну ладно, это путь идти к ним. Это мой путь. Сейчас ножом их как... Ножиком зарежу. Ножиком за ножом. А что я получил за это? Блин, ножик что-то слабенький. А, мне надо опять подниматься. Да ё-моё. Вообще по-быстрому пути вообще. Ты мне это уже какой раз говоришь, I see you? Я ведь запоминаю две слова, ты чё? Я Ваню сейчас слышал. О, Ваня. Вань, ты скачал? Влад, ты тут? Офигеть, сколько вы... Кто кроме меня сейчас блоки ломал? Кто еще блоки ломал? Влад, ты тоже в пещере? Нет. Нифига тут золото.
Где же может быть тут алмазы? Тут много путей. И мне надо выбрать именно только какой-нибудь один. Иначе я вообще не найду алмазов. Думаю, там... Обычно... Нифига. Подводная шахта, да? Прикольно, но тут ничего нету, что-то. Мне интересно, что там. Растучать. Черт. Нет. А как я вышел из пещеры и оказался в миру? Ладно, думаю, надо уже топыхаться. О, ты где? У нас речки не будет. Ой. Где мое золото, слышишь ты? А, вот он. У нас баня будет. А? Баня будет. Баня. Ухвани, настоящий певец. Ты что делаешь? А? А? Да ничего. Да зачем? Чтоб красиво было. Берега. Дурак. Так это баня. Это баня. Знаешь, что такое баня? Тут не должно быть красиво. Тут должно быть все в досках. У, я из-за тебя сломал. А зачем нам баня и подъем в какую-то жопу? Понятно. Сверху будет выше бани будет уже это. Там купаться будем. Купаться. Тут будут лежать все наши... Эу! А... Чё, ты что-то украл, слышишь? Нет, я ничего не украл. У меня 3 свечки есть. Вы знаете, что такое стим? Знаешь? А куда он вышел? В
Влад? А? Он куда-то вышел. На. Это чё? Что было? Ладно. Ой. Влад, я пошел на их базу. Слушай, привет, как я тебя давно не видел. Помнишь, когда мы только в первый раз встретили Шайлушая? Ема, украшение вашего дома, что зачем? Чего? Я убил ловцу, мне дали украшение вашего дома. Вот где-то там есть их дом. И мне очень интересно, что это там такое. Мне очень интересно, что там. Давай, не ушел. Ставим офлайне. Он тут задохнулся из-за того, что он смеялся очень много. Делаешь? Зачем ты спамишь, мне не беспокоить? Ага. Где их база? Я так и не понял. База с ним, чё? А, боитесь? Не сиди, ну ты чё? Свали.
чё? А, тут ничего не... О, нет, есть что-то. Идём-ка под лаву. Ой, под воду. Не можем открыть сундук. Алло, ты тут? Угу. Я дельфинчика нашел. Угу. Мне дельфин скорости дал, слышишь? Угу. Ой, я нашел пустыню. Да, Влад. Котенок, здорово. Так, кот не говори то, что я это украл, окей? Никому не говори. Больно, 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 больно. Вы не думайте, это просто проверка домов. Вы чё, жители? Да, я такой. Чё, офигела? Да уйди! На, не бэкай. Ты сказал, не бэкай. Ай! Я свои сапоги сломал. Чё ты, чёрт? А, нет, не ты. Чё ты? Чё? Остался где-то последний домик. В котором ничего нету.
Алло, Влад, а у тебя чё, чё как там? Там нормально. Чё делаешь? Алло? Алло, да. Чё делаешь? На вот сижу. Сижу, кайфую. Кайфуешь? Да, все проверено, все, можем ходить. Хитрые красавчики на меня глядят. Ой, два точнее. Слышь, я фигню какую-то нашел. Слышь, я похоже нашел. Я бы испугался, но я немножко испугался от звука. А Владу там вообще кайф. Да, Влад? Пошкайте, пам! Ой. Ой-ой-ой! Тут вообще песня. Ой-ой-ой, да тут вообще песенка! Блин, зачем я алмазы там оставил? Влад, можешь взять алмаз и ко мне тэпнуться? Как я домой? А? Как я домой пойду? Сетнемся. Возьми три алмаза. Ой, сделай мне алмазную кирку. Окей? Ты можешь идти домой, спасибо.
Чего? Влад. Я дом какой-то нашел, еще один. Ой, как много домов. Я в шочке. Сама такая ворона. О! Вот он. Ай-яй-яй. Тут это только лишь один, да? Тут только один. Или мне просто кажется, да, это только один. Возьми. Чего? Вот у тебя дерево ведь еще осталось. Это сундук. Сделай, пожалуйста. Че? Бегаю по полю. Я весело. Один? Конечно. Что сделал? Спасибо. А зачем на тебя? У меня весь инвентарь полный. Это ух, как небо резко изменилось. Я еще просто круг сделал. Прикольно. Здорово, я балкон делаю. Балк. Где сундук? На. Че? Ты, а вот. Короче.
Нифига. Сейчас, стоп, стоп. Ух, ёшкин кост. Ёма, у меня там еды. Не пересчитаешь. У меня золотой блок есть, на. У меня вот это есть. На, это есть. На, для вещей, на. Для книг, на. А чтоб было, на. У меня уже есть. Удочка, на. Трахна. Да вообще не... Да вообще не говори. Еще у меня есть 4 изумруда. У нас 16 изумрудов. Может, возьмешь удочку? Везучий рыбак 3. Везучий рыбак 3. Это знаешь, что значит? Чем? Я рыбу могу ловить. Жесткая мне будет вести. Вау, у меня починка написана. Влад, ты гений, как мы выйдем? Слишком неумно, ну ладно. Да, ну хоть что-то умное ты сделал. Нет, не подойдет. Как хорошо то, что у меня есть блок земли. Эй, чу-чу-чу, эй, чу-чу-чу. А, мне и так хватит, нифига. Влад. Звук слышишь? Ну, я слышу. Вижу, да, вижу. Пошли, что еще делать? Стой! Да стой ты! Нам еще надо, знаешь, что сделать самое главное? Блин. Знаешь? Золотые вещи. Самое главное, это золотые вещи. В смысле? Я пошел рыбалку. Где это говно, чтобы... Нам еще нужна книга. Все, Влад, имеется. Че? А? Че? Имеется. Я теперь готов. Кстати, на тебе колокол. Спасибо. Надо вещи зачаровать.
у меня самый сильный. Пошли. Стой. Такси взял? А щит можно очаровать, я просто хз? Щит нет. Он у меня в рюкзаке. А, щит нет, нельзя, щит нельзя. Стой, у меня еще есть одна вещь такая прикольненькая. Чтоб можно... Стой, что? Улучшение уровня золота. Сейчас, стой. Ну, я готов. Стой, надо как-то... Куда его можно поставить? Ночь будет, капец. У меня улучшение уровня золота. Все, понял, это надо сквозь через. Да. Я все еще не выложил вещи, сейчас подожди. У тебя рюкзак есть. Я знаю. Я из рюкзака и забыл выложить вещи. У меня там дофигища всего. А что тут встал? Красть будешь? Да, жду. Или будешь красть? Тебя жду. Я тут. Уже ночь, пока ты собираешься. А? Уже ночь, пока ты собираешься. Чё, ждать не умеешь, да? Ждать не умеешь. Чё, мне его надо снять. И... Объедините с рюкзаком путешественника уровня Айрон на кузнечном столе. А, на кузнечном! А где кузнечный стол? Вот нет у нас кузнечного. А как его сделать, стой? Уже ночь. Как сделать кузнечный стол? И куда мы можем вдвоем идти? Зачем тебе? Ай, не стучи. Зачем тебе кузнечный стол, скажи? Погоди. Мне он очень нужен.
Стол кузнечника. А, это уровень кожа! Мы зря время потратили. Сейчас ты. А как одеть? Все, поехали. Может, поспим хотя бы? Хотя бы. Ой, сейчас. Поставим на нормальную. Осуждаю. Стой. Не надо. Чё тебе надо, алё? Всё, пошли. Я жрачку взял, всё, погнали. У меня тоже. Готов файтиться, если что. Let's go. Сейчас посмотрим, какие там монстры в аду. Да, обычно, наверное. Мне в аду ничего не видно. О! Что это? Что-то тихо. Слышишь? Слышь, меня напрягает, что тут очень тихо. Да, согл. Ой, фу! О-о-о! Слышишь, тут что-то... Пошёл нафиг, паук. Тут пауки какие-то. Все-таки добавили что-то. Согласен. Тут пауки ползают. Фу! У тебя тоже пауки? Фу, тут муравей, блее! Где этот муравей, Ванич? Что это такое? Что-то мне это как-то не нравится, слышишь? Какие стули? Кто меня бьет? Это либо паук, либо кто-то. На воду не так страшно. Все равно страшно, я арнахоп. Да кто меня бьет? Я не помню, как это называется, арахнофоб, я не помню, короче. Я арахнофоб. Что это такое? Это что за дым? А, это ты бьешь. Это что за дым, алё? Ай, да кто меня... Я убил. Влад, ты видишь этот дым? Да. Я просто иду добывать самые важные вещи. Мне все равно. Я тоже. Подожди меня. Я с тобой. Постой. Ну, здесь не так страшно, да? Здесь не да. Так. Слышь, я добыл какое-то дерево. Чё это? Что такое багровый стебель? Багровый? Он нам вообще нужен? А, из него багровые доски, я понял. Фу. Влад, я упал в какую-то жопу, слышишь, тут... А... Кто здесь? Это кто такой? Это кто? Что вы, пупсики? Давайте уходите. Влад, тут... Чё тут? Тут вообще страсти. А! Скорпионы, фу. Фу, чего у меня на лице делать? Тут скримеры есть, ты понимаешь? Влад, меня атаковал какой-то черт. Влад, возьми там все золото, нам надо поторговаться. А у меня здесь золото уже есть. Да что тут так пыльно? Я просто иду добывать. У тебя тоже перед глазами фигня какая-то? Угу. Ты где вообще, алё? Ты зашёл, Влад? Угу. Я зашёл, Влад, всё. Фу. Да, кто где? Фу! У меня же я мурашками покрыл. Ты где? Алё? Ты где? Я за кварцем иду. А это кто? А ты вообще где? Здорово. Влад, убегай. Вот, я тут, я сзади. Да я сдох. Бега, он стрёмный. Ё-моё. Ай, у меня 5 FPS было. Скорпион стрёмный, я согласен. Сейчас я возьму блоки, чтобы от него, это, мантить.
У меня тоже блоки есть. Так, на тебе пять. Я взял булыжи. Все, погнали торговаться. Все, я готов файтиться с этим скорпионом. Я тоже. Мне сил уже мочим, да? Нам нужно нам нужен только кварц. Запомни, только кварц. А зачем нам кварц только? Да, звуки прикольные, очень согласен. Шо, вот в задницу? Вот он, вот он, вот он, вот он! Где? Беги, 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 беги! Блин! У меня еще так броня сломается, ты это понимаешь? Новый сделаешь. Ай! У меня отравило, у меня черное сердце. О, у меня он отравил, у меня все прошло. Где ты что, очкуешь? Че ты, скорпион, зачковал, да? Да, у нас дома бабайка ходит. В смысле? Да у нас дома монстр ходит. Ничего еще не понимаю. Где этот черт? Ай! Меня червячок кусает маленький. Он тут где-то. О! Да я сдох. Я не вижу ничего. А, их двое? Фу, тут комар! Фу, на меня еще кто-то орёт. На меня кто-то орёт еще. У нас собака какая-то двухголовая. Не двухголовая, а задумала. Ну, что там происходит? Что в аду? Влад, в аду вообще жесть. Здрасте. Ну, а я о чём? Ой-ой. Ай! Он пропал. Да, он пропал. Все, пошли вот еще раз, вот. Угу. Давай очень аккуратно, я сейчас даже стаки в руки возьму. Давай, погнали. Кстати, разговариваем по игре точно, ё-май. Ай. Где? Кто падает? Кто падает? У червяк мелкий. А? Кварц нужен только. Три незер кварц. А зачем? Надо очень. Ну скажи зачем? Я уже нашел Незер Кварц. О, сколько там? У меня уже 5. 6. Хорошо. Ой, не 6, а 5. Пошли-ка туда. Я ничего не вижу. А я вижу все. Там видишь, дура? Сейчас на нас побегут и провалятся вниз. Или нет? Пошли. Еще Леня звонит. Алло. Алло, да. Майнкрафтера. Не, я последние ролики выкладываю, все, я больше не хочу вести YouTube. Угу. Влад, убей червяка, пожалуйста. Вот он сзади, отойди. Отойди! Вертолет летает. Нифига ты его вырубил, конечно. Я ничего не вижу. Это кто? Чё? Паук, фу!
фу, маленьких чертей. Я арахнофоб, я арахнофоб. Уйди, иди, уйди. Их до хера. Я ухожу, я ухожу. Я ухожу. Ай. Я не атакую, это эти маленькие. Пока вот эти больше не знаю. Алло, алло, дай мне один кварц. Один кварц. Когда не скажешь, зачем, тогда не дам. Кружку сделать. Кружка очень нужна мне. Вот потом. Чтоб ты ее сделал. Угу. Чё, ты куда? Уйди. Ух, Влад лежит. Да изыди, чёрт! Ай, у меня аж всё защекотало внутри. Да и свали! За. Да. Что ты мне сломала? Еще останавливай, будешь покупай, будешь мне ремонт. Влад. Ой, я туда больше не пойду, Влад. Я столько его пережил, ё-моё. Понятно. А я монстра одного завалил там. Влад, я все сердце потерял там. Ну, типа, я обосрался. Мне надо 5 железа. Где? У тебя есть 5 железа? Говори сейчас. А? У тебя есть 5 железа? 5 железа, да? Нету.
Кадасте. Ой! Атакую! Падай, ничего себе. Что за лось? Открыла, я же как выйду ему по лесу, дам. Ты ж ты! Блок только убери, только не двигаться. Давай, чё ты? Давай, чё ты? Чё ты себя строишь? Давай, чё ты себя строишь? Чё ты себя строишь? Это себе страшно. Что ты себе... О! Что ты делал? Я сейчас найду его, я его убью. Да как вылезти? Что делаешь? Это мой флаг. На место поставил. Я ему уже говорил, что я не хочу гулять. Влад, алло? Влад, я его убил. Влад. 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 Я его убил. Я убил монстра. Кого? Который такой Санта-Клаус с жопой толстой. Ты чё вырубил свет? Ты тупой? А... Ой. Задник! А! Чё? Ща я как выйду, я ему по башке надаю, ща подожди. А вот всё. А вот скелет, скелет. А, два монстра, фу! Открой! Открой! Не могу. Открой! Открой! Ты обосрался, реально? Ладно, я сейчас приду. Хотя куда? Мне надоело, мне надоело. Что тебе надоело? Играть. Не выходи ты! Ой. Чего? А ты чего тут открыл?
Так там же все равно пройти нельзя. Слушай, ты босс. Ай. Не дождётесь. Ой. Ладно. Чё? Ладно, пока. В смысле пока? Ты куда? Да я пошутил. Я не хочу закрасить. Реально теперь я не хочу. Во что? Именно Майнкрафт? Майнкрафт. А, я здесь ещё трубу, я ещё трубу тут сделал подзорную. А? Трубу позорную? Да. Ладно, я тоже...